Всем привет, ребята, с вами Макс Турбокрафт, и сегодня я поеду на теплоходе. Видео будет разделено на три части. Частная будет длиться 6 неполных дней. Сейчас будут спойлеры. Итак, да, ребят, это, можно так сказать, мой влог. Да, это, ну, как, это нельзя назвать прям таким полноценным влогом, но что-то, какая-то часть от влога тут все-таки есть. Сейчас же мы видим на наших экранах небольшой обзор, что вообще есть на теплоходе, на котором мы плывем. Это мы даже еще не выплыли с речного вокзала. Посмотрите, какие красивые виды. Итак, ребят, всем привет. Конечно же, знаете, да, потому что я снимаю ролик на свой канал. Ну вот, а сейчас к вам будет мой брат. Он с канала Токарь 15. Тоже мой. Подписывайтесь на него, ставьте лайки ему. Вот. Всем здорово. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Итак, ребят, да, мы ждали около 2 часов, и наконец-то мы отплываем. И да, я не мог заснять, не тряся камеру. А еще на каждом теплоходе должна быть своя древняя песня. Вот наш маршрут. Сначала мы плывем в Калязин, оттуда Ярославль, оттуда в Кострому, потом разворачиваемся, плывем в Углич и обратно в Москву. Я думаю, маршрут нормальный. А сейчас переходы. Магия монтажа. На самом деле прошло 12 часов. А сейчас мы в... Также сейчас будет табличка, подтверждающая это. Вот, да, на магазин с сувенирами написано «Калязин». Okay, let's go. А, кстати, это божьи коровки? Да, хорошая погодка сегодня. Да, в смысле, опять ноги промочил. Да, а это один из самых главных калязинских соборов. А также сомнительный какой-то ёж. Ой-ой, не то. Да, вот это. Да вы издеваетесь? Опять ноги промочил. А вон, кстати, там вдали на пристани стоит наш теплоход. А сейчас едем к бабкам-ёжикам. А, да, к бабе-яге. А сейчас рубрика «Обозреватель». Итак, вот и бабка-ёжка. Костюм 5 из 5 определённо. Вильтриянка я, да. Тексты произношения шикарный. 5 из 5. Локация тоже 5 из 5. Очень хорошо продумано. Мне брат говорил, то, что будет еда, но ее не было. Поэтому это минус. Еда определенно 0 из 5. Итого я посчитал 3,75 из 5. А еще мы уплываем из Калязина. А сейчас я вам покажу одну крутую историю. А сейчас мы плывем в шлюз. Шлюз работает так. Эти две стенки закрываются, и вода наполняется или убывает. И ты опускаешься до уровня реки. Итак, что же за история? Продавщица в Калязине продала какой-то женщине скатерть. А та сказала то, что отдайте мне, когда мы будем уезжать. Вот. А продавщица забыла. И когда мы уже начали уезжать, она кинула ей эту скатерть, а та взамен кинула ей пиццу. Итак, ребят, на этом все. Ждите второй части.